Лето жжет. С 5 июня в Курганской области наконец-то начнется долгожданное потепление. По сообщению синоптиков, во вторник днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 25 градусов. В последующие дни потепление продолжится. В среду будет плюс 27, а в четверг плюс 29 градусов. Немного омрачить радость могут лишь грозы. В конце недели и в первой половине следующей тепло отступит. Температура будет колебаться в районе плюс 15. Помимо этого ожидаются дожди. Но с четверга, 14 июня, столбик термометра опять перешагнет 20-градусную отметку, а осадки станут периодическими. В воскресенье 17 июня в Кургане вновь обещают плюс 29 градусов. В третьей декаде месяца прогнозируется настоящая жара. В иные дни температура будет подскакивать до плюс 33, плюс 35. Надеемся, выстуженные квартиры прогреются, а там и до начала купального сезона недалеко. В общем, готовьте сланцы и шорты. В конце июня в Курган наконец-то придет лето.